ехать некуда. Да было чудо, касса стала в 5 утра. Походу все, приехали. Селимхан опять звонит, по-цыгански говорит. Алло. Алло. Да. Здорово. Слушаю. Представлю себя, Хасан, дома, на работе. На даче. Дач, я объясню цель своего звонка к тебе. Ты по сайтам вчера лазил, девочка. Вчера по сайтам лазил. Алло. Девочкам ты вчера звонил, проституткам лазил по сайтам. Угу. Что там вчера произошло, расскажи. Где? С девочками что произошло? Ты с девочками? Нет, никто не ответил. Почему? Так я откуда знаю? Ты перед тем, как звонить девочкам, комментарии читал на сайте? Читал. Что там было написано? Так я не помню, что там было дословно написано. Что случилось? Пьяный, что ли, был? Ну, немного. Смотри, я тебе объясню. На сайте вчера было написано. Не звоните, не писать. Ты все равно позвонил. Давай встретимся вживую. Пообщаемся, решим этот вопрос. Мне что, куда-то подъехать надо? Ты меня слышишь? Алло. Мне куда-то подъехать надо или что, не могу понять? Могу я подъехать, без разницы. Ну, я в гостях. Наверное. Просто тебе ребята звонили мои много раз, а ты не собираешься по-нормальному решать вопрос. Раз ты не собираешься по-нормальному, то тогда давай встретимся, поднимем этот вопрос, раскачаем качели. А в чем он заключается? Ты знаешь, в чем заключается. Тебе ребята 100 раз объясняли ситуацию. 100 раз тебе многие объясняли. По поводу? По поводу этой ситуации. Ирина твоя живет тихо, спокойно. Никто ее пока же не тронул. Тебе обещают, походу, сидят на одном месте пока ребята. Поверь, надо будет, она пропадет. А это кто? Поверь, ты знаешь, кто это. Знаешь, кто это. Прекрасно знаешь. Ирина? Да. Ну, у меня дочь так зовут. Волкова Ирина Викторовна. Ну, у меня так дочь зовут, жену, тещу. Нет, у всех это, одно имя. Походу, невеста твоя. Это, походу, твоя невеста. Возможно. А вы откуда ее знаете? Или жена твоя. Вы ее откуда знаете-то? Давай встретимся. Я тебе все объясню, всю ситуацию. Ну, подъезжайте. Куда, к тебе на дачу или к тебе домой? Ну, я дома буду вечером. Во сколько ты будешь дома? Так, сейчас сколько время у нас? Не знаю, блядь, сколько времени. Без 23. Часов в 7 я буду дома. Часов в 7. Ну, плюс-минус к этому времени можно же пораньше. Ребятишки мои заскочат к тебе домой на чашку чая. Ну, откуда они знают вообще, где я живу? Поверь, все знают, родной. Ну, озвучь. Вот ты дома. Озвучь, куда они подъедут? Тебе скинуть? Я тебе могу скинуть на WhatsApp. Все твои координаты, рожу твою, Ирины. Так, а для чего? Тачку твою скинуть тебе? Так, а для чего все это, я не могу понять. Давай скину. Зачем? Ну, ты же говоришь, где я живу, типа, мы не знаем, где ты живешь. Ну, так если не можешь назвать адрес, значит, не знаешь, логично же. Ну, я же тебе говорю, давай я тебе сейчас скину. Не, я же тебе говорю, мне не составит труда сейчас твою картотеку тебе закинуть. Картотеку? Закинуть тебе. Для чего? Чтоб ты убедился. В чем? Чтоб ты не думал, что мы не знаем, кто ты и что ты. Так в чем мне нужно убедиться? Я тебе прямо сейчас закину. Прямо сейчас я тебе закину. А ты у нас заика, да? Как? Ты заика? Заика, твой отец заика. Ты когда за щеку берешь, ты тоже заекаешься? Ну ладно, пусть будет так. Жди, короче, гостей, кипяти чай. Тебя ждать или кого? Кого хочешь, меня жди. Твоя Ирина будет проституткой работать. Так она и так у меня проститутка. Хочешь заказать?
Давай. Насколько давай, тебе? На часик, на два? Только по предоплате она подъедет. Давай на часик. Давай. Давай. Слушай, у тебя машина еще не горела ни разу. Горела не один раз. Каждый день давай горит. Еще раз горит. Давай еще раз будет. Только сгорит. А у тебя очко горело? Горело, да, много раз. Заметно. Сейчас горит? Заметно, да. Сейчас нет, сейчас окно не горит. Хочешь загорит? Хочу. Дабла чада, пес. Ну, твою мать. Дабла чада. Вот твоего отца. Дабла чада. Домовую книгу. Дабла чада. У тебя есть, я ебал. Дабла чада. Ты каждый день зарабатываешь. Твою мать. Дабла чада. Да твои слова ничего не значат. Ты же... А что ты телефон-то сбросил? Все, догавкал? Я ж тебе говорю, твою маму в рот. Так твои речи же на твои плечи. Чтоб я ей накончал на губы. Твои речи на твои плечи, пес. Вас приветствует автоответчик. Анти-мошенник бьет по мошенникам. Мошенники теперь дрожат под подъездиком. Мечтают о Тесле, сидя в падике вместе. Через день они думают о своем аресте. Стало сделать касса, больше нет запаса. Амиго, будто Марте, да, палача, да. У нас неподалеку тут цыганская скамбаза. Ох ты, цыган, о-о-о-о, цыган, убейте на пас. Shut up.